результате грамотно запланированных и проведенных мероприятий была установлена причастность к исчезновению подростка и его 17-летнего знакомого. Как удалось выяснить, между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему удар ножом. Сотрудниками полиции было установлено место, где злоумышленник спрятал тело убитого, после чего подозреваемый был задержан и передан в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.